Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека. Добро пожаловать, мы играем где сегодня вместе с Евгением. Мы будем развлекаться в парке аттракционов. Да, ребята, мы уже снимали американские горки, и только потому, что вы поставили очень много лайков под той серией, мы решили покататься еще раз. Да, поэтому, ребята, ставьте огромные пальцы вверх и на вот этой серии, и на моем видосе, на видосе Евгения. Набираем 15 тысяч лайков, и сразу же выходит следующая серия. И еще карту, да? Карту тоже выложим. А, когда... да, карту мы обязательно выложим, когда 15 тысяч лайков на двух видосах. Подожди, подожди, автобус еще едет, автобус еще едет, подожди, остановиться. Остановился, выходим, выходим. Ой, смотри, какой я в кубку. Знаешь, что я хотел сказать? Что мы с тобой играли с помощью специального мода на американские горки, а сейчас мы играем... Мы играем без модов. Просто карта, карта, понимаешь? Просто карта, карта, и все. Пойдем, пойдем, вперед, вперед. Так, не показывай, как называется название вот этого парка. Здрасте! Что такое? Что такие? Мне дали вот... Опа! В смысле? Опа! Так, у нас есть карта вот этого парка аттракционов. Смотри, какая она огромная же. Слушай, она чем-то похожа именно на, вот знаешь, на питерский парк. Вот тебе не кажется? Да, там тоже озеро есть. Хорошо, хорошо. Слушай, прям прикольно. Подожди, а с какой стороны мы зашли? А я вообще нас не вижу на карте. Где мы? Где вход? Я тоже не вижу, где вход. Вход где? Сложно, сложно. Ладно, неважно. Я предлагаю, тут можно отправиться как-то на поезд. Ты где? Ты, господи, помилуй. Мы смотри, смотри, мы куда-то едем, едем куда-то, смотри. Куда мы едем? Подожди, это метро ли это или это поезд? Я что-то не могу понять. Почему вы пришли на... выходим, выходим на остановке. Ага. Ага, можно выйти, пожалуйста, на остановку? Да, можно, пожалуйста. Пожалуйста, выпустите. Опа, опа. Короче, так, знаешь, Эдисон, еще хотел сказать, что здесь не только американские горки, здесь целый огромный парк аттракционов, то есть всякие разные. Прям такой огромный. Жека, я ссать очень хочу. Давай туалет найдем. Давай в туалет. Где мы? Я не знаю, какой тут вообще, какие тут вообще аттракционы есть. Подожди, Жека. А нам билет не... Опа! Мне кажется, смотри, смотри, иди сюда, Жека. Первая помощь. Опа, смотри. Фига себе, ну. Ничего себе, ничего себе. Воруй, воруй. Смотри, опа, водичка. Водичка, бесплатная водичка. Это мне пригодится, потому что мне стошнит после американских горок. Сейчас, подожди, сейчас, подожди, подожди, подожди. Опа. Все, не сам побежали. Да подожди, подожди, надо напиться, чтоб сейчас. Все. Я хочу писать, Джека. Писать. Потерпишь, пойдем на американские горки. Да иди сюда, иди сюда, тут первый аттракцион есть. Смотри, я хочу на лошадки, вот смотри, лошадки. Вот. Офигеть, смотри, он реально крутится. Он реально крутится. Можно нас пустить, пустите нас, пожалуйста, я могу. Подожди, я иду по этим. Жека, давай, 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 догоняй, догоняй, догоняй. Трета-та, трета-та. Слушай, мне кажется, этот аттракцион, он как бы, ну, для детей. Это для детей, да, для нас как бы это. Ну, кружочек можно и тут забабахать на самом деле. Это радость для нас. Карусель, карусель. Ти-ри-ти-ти-ти. О, я, да, реально, там американские горки сзади нас. Можно туда сейчас бегать. Да? Офигеть, ну слушай. Да, сейчас побежим туда. Я в реальной жизни, конечно, боюсь, смотри, здесь мне не страшно. Жека, а что за вот эта синяя хрень? Видишь, вот это спереди нас? Мне тоже кажется, какие-то... так это... Это жесткие американские горки. Какие-то другие американские горки. Мясокомбинат. Мясокомбинат, думаешь? Так же, я предлагаю... Вылезаем, вылезаем с этих каруселек. Побежали. Подожди, а мы тут все бесплатно, да? У нас? Да, тут все бесплатно. У нас проход. Мы же блогеры, понимаешь? Мы блогеры. Для нас все бесплатно. Понятно, понятно, понятно. Жека, ты за мной там. Давай, давай, давай. Опа, подожди, тут садится. Пропусти. Подожди, без меня не садись, тут нужно пройти по турникетам. Так, да, я как бандюган, знаешь, такой, пробежал. Так, подожди. Ну, блин, подожди, я бегу, я еще бегу. Подожди меня. Жека, садись, садись, Жека, а то я сейчас буду отправляться без тебя, буду отправляться. А где перед, где зад? Мне кажется, самый зад сел, я хочу вперед. О, в смысле? Да давай, нажимай на кнопочку. Ты готов? Да. Блевать, не больше на меня? Нет, давай, запускай. Мы смотри, смотри, если я буду блевать, то все на тебя будет через меня проходить. Ты будешь там вытирать лицо. Жека, а, нет, все-таки ты вперед сделал. Да, да. Я к тебе. Офигеть, ты слышишь звуки? Какие звуки?
Слышу, слышу, подожди, подожди. Сейчас будет разгон, Эдисон. Да нет, подожди, еще полчаса. Опа, 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 Жека, Жека, мы поднимаемся, поднимаемся, понимаешь? Поднимаемся. Давай еще надо попить. Ребят, подожди, подожди, я тоже попью. Жестокие аттракционы тут, ребята, на самом деле, жестокие. Офигеть, слушай, тут прям весь парк сейчас будет видно. Так, еще какие-то. Я хочу на вот эту синюю хрень вот эту хочу, Жека. Вот это, да, мясокомбинат меня прям вот очень сильно впечатлил. Так, Жека, Жека, Жека. А что, мы будем? Сейчас будет, сейчас будет, сейчас будет, смотри, смотри. О, полетели, поехали, поехали. Прикольно, прикольно. Давай, 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 давай. Мне кажется, они небольшие, но все же. Поехали, поехали, давай. Жека, подъем, смотри, подъем какой. Не-не-не, тут ее не будет, мне кажется, 100%. Офигеть, слушай, это реально неожиданно было. В Майнкрафте без модов, понимаете? Да, да. Все, можем, можем вылезать прямо тут. Я хочу на вот эту синюю фигню, Жека, побежали, давай, побежали, давай, давай. На мясокомбинат. Мясо, это мясокомбинат, ты где? Давай, 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 давай. На мясокомбинат, да, бежишь? Да, на мясокомбинат. Почему мясокомбинат? Давай, давай, давай. Просто, блин, в Питере есть такой же аттракцион, вот очень похожий, он называется мясокомбинат. Мясокомбинат. Тут вы есть удивляетесь. Мертвая петля? Не, мне кажется, тут ее нету. А как это сделать вообще в Майнкрафте без мода? Без модов, да, это... Подожди. Но если мы много лайков наберем, то может еще и что-нибудь похожее. Кстати, да, следующая серия будет такая, так что не переживайте. Подожди, да, Жека. Да, и будут мертвые петли. А что, куда? Там, там не сюда. Там не туда и не сюда. А тут что такие? Подожди, Евгений! Под, ну-ка, ну-ка. Да ёкарный бабай, везите как турникеты пройти? Всякие. А, я вот так. Как? Машинки! О-о-о! Моя красная, моя красная, моя красная. Давай, давай, давай! Нет, давай, не. Не толкайся, не толкайся, ты подожди. Полицейсек! Подожди, сейчас я тебя толкаю. Апа, апа, апа! Не, бра! Не догонишь, не догонишь! Ты какой-то быстрый, ты что от меня уезжаешь, давай драться. Да, я прыгать не могу. Да чё, какие драться? Опа, разворотик на 360 такой. Давай, опа, давай, да иди сюда, хорошо, иди сюда. Так остановись, так. На, зараза, на, да, да куда ты уезжаешь? На, а, то есть ты меня еще пинаешь. На, еще раз. Шакал, иди сюда! На, я тебя так догонять буду, иди сюда! А где вообще жизнь? Я жизни не вижу, Жека. Я не знаю, мне кажется, мы просто умрем и не поедем. Моя красная, поехали, поехали, поехали! Подожди. Разгон, разгон, разгон! Да, отсюда выехать! Я выпустите меня, выпустите меня, я тоже так хочу! Как ты выехал? Мне кажется, мы что-то зачетырили. Ну хорошо, Жека. Поехали, полетели. Давай, смотри, НЛО просто, НЛО, понимает. Так, вылезайся. Так нечестно, вылезай с этого, подожди. Подожди. Да ты подожди. Нападение, пойдем. Да? А да. Смотри, колесо обозрения, Жек, мы можем еще туда пойти. Эта штука будет вообще у ее отсюда. Садись, Евгений, садись. А как? Подожди, нужно запустить, мне кажется, подожди. Только успею. А, садись! Я сел! Боже, Жека, мне... Ты смотри, какая хрень прикольная! Меня колбасит, колбасит! Это реально в Майнкрафте без модов, это карта обычная. Я вообще не понимаю, как это сделали. Что это все? Все? Я еще хочу, давай еще раз. Да подожди, да куда еще раз? Мне кажется, нам просто нужно все аттракционы попробовать. Жека, не надо. А ну просто посмотрим, как она будет работать. Да. Бррр, смотри, как полетел. Так, я хочу на колесо обозрения, Жека. Пошли туда. Так, пойдем, пойдем, я за тобой бегу. Давай. Как туда попасть? Как туда попасть? Мне кажется, колесо обозрения такая скучная фигня. Да, но все же попробовать можно. У нас все бесплатно, понимаешь? Все бесплатно. А что не сказать? Да, ну надо все попробовать. Да. На халяву как бы и. Подожди. Сладкий. Хорошо, хорошо. Где, так, где, где? Подожди меня, меня! А я? В смысле? Где? А, меня просто тпшит. Как-то, это скучно, Жека, это скучно. Да, меня тоже тпшит. Меня просто тпшит, это не крутится, выпустите. Я спрыгнул, с колеса обозрения. Так, Жека, подожди, на карте видишь колесо обозрения на карте? Вот, да. Вот, нет. Да. Подожди, вот эта синяя фигня, как нам на синюю фигню попасть? Так, ну пойдем к ней, мне кажется, там что-то должно быть. Давай, явно, давай, что-то... давай. А, главное! Мне кажется, где-то тут должно подожди, быть. Подожди, подожди, подожди. Я не знаю. Давай за мной, давай за мной. А смотри!
Да, вроде вот тут или что это такое. Иди сюда, иди сюда. Так, я бегу за тобой. А вот это что за фигня? Какая фигня? Справа от нас, вот тут. Мне кажется, это... Это случайно... Подожди. Это комната страха, мне кажется. Да, заходи. Что ты, я не хочу, мне не нравится это. Чё? Чё это такое? Я застрял! Я застрял! Выпустите меня отсюда! А чё сейчас будет? А типа гравитация, я не знаю, что... Что-то я ничего не понимаю. Всё? Ну хорошо. А мне понравилось. Дай все, уходим. Уходим оттуда, уходим. Я хочу на синюю фигню. Синяя фигня. Синяя фигня. Подожди, как ее найти? Давай сюда. Мы бегаем еще так быстро. Через реку нужно переплывать, мне кажется, нет? Ничего, я переплывать не буду. Давай сюда. Я бегу по пляжу. По пляжу? Ты где? Да, по пляжу. Я от тебя прям по пляжу бегу. Ну ты беги по пляжу, я вот тут. Опа! Бегу. А я вроде нашел, Жека, я нашел! Я прям за тобой, давай. Еще. Давай. Опа, сюда, давай. У меня еще водичка есть, если хочешь пописать. Я тоже, попи... да, хорошо. Так, подожди, где? Куда? Куда? Подожди, я тоже сел, все, погнали. Поехали. Опа! Так, мясокомбинат, понимаешь? Я готов, Эдисон. Сейчас будет. Точно водичку, подожди, я тоже водичку выпью. Обратно она не вылетела. Да, это главное. Так, Жека. Слушай, я смотрю, тут много всяких этих вагонеток, можно играть реально огромной командой. Да. Если мы наберем много лайков, то вы можете со своими друзьями поиграть. Да, Жека, я не знаю, что тут еще есть на самом деле. Мне кажется, мы уже везде побывали почти. Я ресторанчики вижу. Нет, мы еще не везде побывали. Ресторанчики, тубзелетчики, понимаешь, и многое другое. Можно еще туда будет, в тубзелет сходить, сгонять, понимаешь? Да, тут еще какая-то странная фигня справа от нас, я вот не понимаю, что это. А, это мы тут были, да? Или нет? Не знаю. Жека, ща будет, понимаешь, ща будет! Давай, поднимайся! Самолет, самолет там, смотри, Жека, самолет! Офигеть, я хочу на самолет. Так. Поехали. Жека, подожди, ща. Полетели как быстро! Офигеть, вот это скорость! Почему так резко стартует? Так, здрасте! Ребята, вы прорад! Так, подожди, ща водичка будет, смотри, опа, и водичка, это прям как аквапарк, Аква-американский парк, да. Как-то быстро, на самом деле, очень быстро было. Да, ну нормально, прости, понравилось. А что тут еще есть? Давай еще искать. Я не знаю. А вот что тут меня еще интересует, вот синяя и красная. А вот разве мы тут не были? Это по американские горки, да, или нет? Автоматы какие-то, автоматы! Это пейнтбол! А как? Я за красную команду! Офигеть! Так. Ну что, мазафакеры, ты готов умереть? Иди сюда! А мне как... Нет, это красить нужно, Жека! А мы все просто... Мы с тобой оба за синюю команду зашли почему-то. Не. Да. Да? Да. Ну ты, конечно, даешь, честно тебе скажу. А как отсюда выйти теперь? Я не знаю. Drop the gun to... Вот. А, вот, да. Давай, да, ты, давай. Короче, я за красную? Да, я теперь красный. Крашу! Я тоже крашу! Я не знаю, когда кончается вот эта фигня вообще. То есть друг друга стрелять вообще не надо, да? Ты где? Я не знаю даже, где ты. Я тоже не знаю, где ты. Я крашу. Я пока лидирую! А почему у меня так мало... Я не знаю, потому что у меня больше, наверное, Жека, вот, понимаешь? Логика. Не, ну, как... это прикольно, если играть с друзьями, если нас много. Вдвоем это на самом деле не очень. Подожди, я хочу в тебя пострелять. Да, можно стрелять! На, зараза! Мне кажется, мы не умрем на самом деле, хотя фиг его знает. Давай, сюда иди. Давай, прям тебе в хару тебе. Мне кажется, мы не умрем, Жека. Тогда я буду все красить. Не, ну мне кажется, бесполезная фигня, потому что это дичь вообще вечно будет продолжаться, поэтому я не знаю, Жека. Я не знаю, понимаешь? Не знаю! Ну я тоже вот не знаю. Ладно, мне кажется, можно выйти. Давай. Ну все, да, я победил, в принципе, нормально. Ну да. Ой, я случайно. Подожди. Так. Я, в принципе, наверное, предлагаю уже закончить. Уже?
Да. А у нас больше уже нету ничего, чем можно посмотреть. А в ресторанчик мы не сходим. Да, ресторан, ну, ладно. Ладно. Подписчики сходят, расскажут в комментариях, сходят. Что там такое. И в туалет, да, сходите, расскажите потом нам, что там было. Интересного, интересного. В общем, что мы можем сказать? В первую очередь набираем 15 лайков на двух видосах, и мы сразу выкладываем карту. И сразу же выпускаем следующий видос с американскими горками, или с парком аттракционов, или аквапарк какой-то найдем, или еще что-то. Да, и следующая серия будет гораздо-гораздо круче, потому что мы уже делаем серию с модами, и будет намного эпичнее все, поэтому все в ваших руках. Да, ребят, ставьте лайки, подписки, пиписки на оба наших канала. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.